Обязательную биометрию лица введут для получения водительских удостоверений в Казахстане, а экзамены будут проводить под видеофиксацию. Ужесточить требования получения водительских прав в МВД вынуждены были после ряда громких уголовных дел. Новые правила коснутся и регистрации авто. В пилотном режиме запустили новые информационные системы с автоматической цифровой сверкой данных автомобилей, оплатой обязательных платежей, сборов и штрафов. При этом доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех территориальных подразделениях теперь закрыт. А работники спеццонов войдут в категорию субъектов коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в парламенте.